Скажите, а Юра Дудь когда придет? Не придет? Как это? А разве не он все интервью снимает? Нет? Жаль. А я уже ответ на вопрос, в чем сила, придумала. Ладно. Значит, с Валерией я познакомилась... Здравствуй. Да? А что вы делаете? Вы кто такой? Вы... Мужчина, что происходит? Я сейчас милицию вызову! О, здрасте, а вы кто? Все чисто, заводите объект. Здравствуйте, тетя Наташа. Привет, Миланочка. У нас няня заболела, и папа сказал, что я могу пока у вас побыть, а то ему срочно уехать нужно. Ах, да-да, проходи, Миланочка, я тебя сейчас с Лерой познакомлю. Борис, Виктор, вы свободны. Милана, но ваш отец сказал нам... Я два раза повторять должна! Оставьте меня хоть тут в покое. За дверью стойте! Я буду вынужден доложить все вашему отцу. Я буду вынужден доложить все вашему отцу. Лера, а у нас гости, как оказалось. Это Милана, дочка дяди Вани из шестого этажа. Ну, тот, который бандюга, банкир. У вас же папа банкир? Папа? Не знаю, он главный. Где главный? Везде. И сейчас вот он главный в лесу. Он лесник? Наверное. Он часто с дядьками в лес ездит. Наверное, грибы собирать. Они еще лопаты с собой берут. Лопаты? Это чтобы грибы копать, наверное? Ну не людей же закапывать в сырую холодную землю. Вы идите поиграйте, девчонки, а я вам пока кушать приготовлю. Я Лера. Что будем делать? Ну, а что обычные дети делают, я не знаю. У тебя есть бассейн? Нету. А лошадки? Я бы покаталась. Тоже нет. А что есть? Куклы есть, вот. Ух ты, прикольно. А из чего она сделана? Не знаю. Пластмассовая, наверное. Ничего себе! Даже не знала, что игрушки бывают не из золота. У тебя что, все игрушки из золота? Ну нет, конечно. Есть еще из платины, из всяких камней драгоценных, ну и всякая мелочь из серебра, вот. Ух ты! А что это такое? Это киндер-сюрприз. Сюрприз? Обожаю сюрпризы! А что с ним делать? Ну, он сверху в шоколаде, а внутри там коробочка с игрушкой. А какая? Не знаю. Мне его нельзя открывать, я наказана. За что? Да вообще ни за что. Матюк вчера сказала случайно. О, ты тоже знаешь эти слова? Скажи, они прикольные. Я вчера от бати такой услышала крутой. Какой? Звучит что-то вроде ебич. Ладненько, потом зайду. Не ругать же ее в самом деле. А то тоже в лес за грибочками с ее папой поеду. Ого, я такое еще не слышала. Может, порисуем? Давай. Я сейчас позвоню, вызову художника. Зачем художника? Ну, чтобы он рисовал, а мы смотрели. Да не, я думала, мы порисуем сами в альбоме. Это что-то новенькое. Я правда есть хочу. У вас в обычных домах есть еда? Есть. Сейчас у мамы спрошу. Я буду тигровые устрицы, брускеты с алмазной икрой и бульон из рыбы фугу. Ясненько. Я ни слова не поняла из того, что ты сказала. Макароны будешь? Буду. А что это? Ну, макароны это... Ма, а что такое макароны? Ой, вы знаете, мне кажется, обычные люди живут намного лучше нас. У них дома всегда полно деликатесов. То колбаса вареная, то роллтон, а эти, как их, пельмени. А шаурму вы пробовали? Да? Ну вот, а я о ней только на днях узнала. Кстати, видео, где я пробую шаурму, есть на канале. Ищите. Милан, ты извини, может, я не в свое дело лезу, но ты чего никогда про маму не рассказываешь? Все батя и батя. Ну как чего? Мама в раю. Я так и думала, прости, соболезную. А, да не в том раю, она в Испании живет. Просто они с батей развелись давно, а на нее весь его бизнес записан. Ой. Весь бизнес? А, какой бизнес? Ты о чем? А ты чего, не с ней? Ох, ты просто Лейлу не знаешь. Кого? Ну маму так зовут.
У нее один шопинг, салон и другие тачки на уме. Мне такой стиль жизни не подходит. Кстати, хочешь покажу фотку моего нового Ламборджини? О, у тебя и айфон новый? Ага, со старым что-то не так. Глючит? Нет, бесит. Вообще она нормальная, просто она обычной жизни не видела. Ну, той, в которой мы с вами живем. Вот. Зато она с моими подругами очень легко нашла общий язык, наверное. Кстати, забыла сказать, если это видео наберет 70 тысяч лайков, то я сниму такое же видео про Саманту или Оксану. Говоришь, ты из детдома, Оксана? Есть такое. Прикольно. Это элитный жилой комплекс такой или что? Надо будет сказать бате, чтобы он нам тоже купил квартирку, там еще одну. Там не продают квартиры, как бы... Мне продадут. Все, решила. Хочу жить в детдоме. Чего вы на меня так смотрите? Знакомьтесь, это Кристина. Привет, девочки. О, это та сучка, с которой тебя мама все время сравнивает? Тю, было бы с чем, господи. Не, это другая. А, да? Ладно, а то еще задроток нам тут не хватало. Милан, сейчас придет моя одногруппница, ее Саманта зовут. Она к нам из Америки приехала. Не ляпни ничего, пожалуйста. Лер, ну ты же меня знаешь. Тем более у меня английский идеальный. Вот именно, что знаю. Всем хай, привет! Привет, знакомься, это Милана. Оу, это та мажорка, которая не знает, что такое макароны? Не-не, это другая, ту зовут Милена. Ой, она вообще странная, да. Так что, это, едем в караоке. Ставьте лайк, если вам тоже было неловко за своих друзей. Так что, сидим, едем. Зато она удивлять умеет. Лер, привет, собирайся. Едем на сафари в Африку. Лер, привет, собирайся. Батя фрегат купил. Едем по Средиземному морю кататься. У тебя есть попугай или повязка на глаз? Лер, привет, собирайся. А Леры нет дома. Ой, жаль, ну ладно. А вы не хотите случайно на дно Мариинской впадины опуститься? У нас там просто место пропадает. А вот ее удивить проще, чем мою младшую сестру. Лер, а что это такое? Где? А, это пельмени. А зачем они? Что с ними делают? Едят, ты чё? Это деликатес такой, Миланочка. 100-500 миллионов денег стоит. О, а можно попробовать? Ну, даже не знаю. Вообще-то это мой ужин. Ну ладно, один можно. А как их есть надо? Их надо подбрасывать и ртом ловить. Круто как! Ой, а что теперь делать? Поднимай, мой его и снова пробуй. Ага, поняла. Да-да, все, Милан, не надо. Как это не надо? Их в тарелку накладывают, в сметану макают и едят, садись. А в сметану что макать, пельмень? Нет, рот свой. Поняла. А еще Милана на интервью к Дудю мечтает попасть. Она как узнала, что это нельзя за деньги сделать, неделю в депрессии была. Сейчас вроде к Собчак собирается. У Ксюши принципы попроще. Народ, а вы напишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют обо мне, о моей жизни и так далее. Пишите комменты по типу «Вопрос Лере», а я запишу вам видео самое интервью и на все отвечу. Все, пока-пока!